Глава Дмитровского округа на этой неделе проверил результаты капремонта многоквартирного дома в Рогачево. Илья Поначевный побывал в селе Рогачево на улице Мира, дом 27, где подрядная организация «Строймонтаж-сервис» завершила ремонтные работы. За счет средств регионального фонда капитального ремонта здесь были выполнены работы по герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов. Ну, в основном на швы были жалобы. Все уже деформируется, да? Ну, да, потому что первый раз, когда выборочно делали, там как-то запенили и не удовлетворило это жителей, да. А вот когда сейчас сделали, то хорошо. За маской, да? Да, да. Жители попросили главу также помочь с благоустройством территории вокруг их дома. Так автовладельцы паркуют машины прямо на тротуаре, потому что стоянка для автомобилей небольшая. Елена Груздева и ее соседи попросили Илью Поначевного посодействовать в расширении парковки. У нас, значит, по улице Мира, дом 27, капитально отремонтированные межпанельные швы. Значит, дом 12, вот здесь рядом стоит капитально отремонтирована кровля. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту электрических сетей в доме 56 и 57. Вот. На этот год планируется, дай бог, чтобы никаких изменений не было, ремонт кровли 13-го дома. Какой адрес? Улица Мира? Улица Мира, да. Угу. А у нас основные многоквартирные дома на улице Мира. Ну, я хочу дополнить то, что у нас в этом году, в ушедшем году, отремонтирована кровля дома номер 5 в село Куликово. Отремонтировано капитально два дома в Насадкино. То есть год ушедший у нас отметился нормальным прорывом. Вот. Но хотелось, чтобы на достигнутом фонд капитального ремонта не останавливался, а дальше продолжали также уделять внимание на наши сельские территории. Всего в Дмитровском округе за прошлый год капитально отремонтированы 53 многоквартирных дома. План на этот год – 89 домов.